интересный подход к этой монете был у дизайнеров. Всем привет от канала ИП. В данном ролике хотелось бы заострить внимание на упаковке. Смотрите, немецкий подход, австрийский монетный двор. Выпуклые позолоченные буквы. Дерево лакированное или под дерево лакированное. Ну, очень красиво смотрится. И вот так вот, такая прелесть. Двухунцовая монета. Также рельефная сделана. Посмотрите, как шикарно. Там по печать, кому-то нравится, кому-то нет. Но именно выпуклость позолота на серебре просто шикарно. При увеличении вы видите, насколько работа серьезная. Смотрите, вот так внизу раз нажимается и приподнимается. Республика не дает лицензию на выпуск таких монет, чтобы дешевле они обходились потребителю. И вот такая королева на оборотной стороне монеты. По масштабу вы видите, это достаточно длинная штучка, красивая, с внутренней стороны пылинка прилипла. Ну, рельефность, вообще эстетика монеты. Такого Георгия Победоносца не стыдно любому Георгию на подарок подарить. Также сертификация, посмотрите, идет на данную монету. Подход тоже книжечкой. То есть вот 2 унции, размер ее указан, год, до 1000 штук тираж и номер с голограммой. Да. Кстати, в последнее время отмечается тенденция, когда продаем монету или знак, вот коллекционер, очень многие обращают именно на нумерацию внимания. Это, я думаю, тоже будет перспективная в дальнейшем тема. И адрес указан. Кому понравилась упаковка, подход, обсуждение темы, пожалуйста, ставим лайк, комментируем. Всем удачных инвестиций!